Уважаемые подписчики и гости, продолжаем опыты. Сегодня пробуем запитать две лампочки сороковки, вот запитал, на бестопливное потребление, то есть на нулевое потребление. Лампочки, как видите, горят. И выпрямитель зарядника, откуда запитал, показывает зеленый огонь. То есть потребления нету. Обратный ток равен току активному. Это можно проверить. Вот смотрите, если я возьму кучу сюда, сотку, вот сюда. Вот у меня патрон есть пустой. Я сюда сотку запихаю. Ой, это 60-ка. Я сюда запихаю сотку. Видите? Потребление пошло. Красный. Красный. А сейчас я сотку выкручиваю. Видите? Крутил, потребление пошло. Выкрутил, зеленый. А если я 60-ку или 75-ку запитаю еще сюда? Потребление пошло. То есть стало, значит, ток активный становится больше, вот тогда идет потребление. И вот сотку запитываю. Тоже потребление. А если я третью лампочку, сороковку, вот закрутил сороковку, нету. То есть три сороковки держит. Три сороковки держит. А вот на 60 попробуем. Видите, мигнуло. То есть запустило и все. А дальше оно уравнялось. То есть, что это значит? Это значит, надо еще вот этих выпрямителей набрать. Разных. Там можно настраивать более больше лампочек. Сейчас вот видите, только что удалось. Вот это 60-ка работает. И две сороковки. Вот одна, а вот вторая. Две. Одна. Вторая. И 60-ка. Вот 60-ка. Тоже светит. То есть, во-первых, надо еще такие выпрямители. И шим надо более, как сказать, более с большими параметрами. То есть, ребята, нужна аппаратура. И, само собой, аккумуляторы надо. Вы видите, что... К чему я это все показываю? Для того, чтобы вам все-таки доказать, что БТГ – это реальность. И вы видите, на опытах получается, хотя на большие мощности не получается, а на небольшие получается. Почему на большие нет? Да потому что нет оборудования достаточно для дальнейших опытов. Аккумуляторов нет. А сейчас, значит, я покажу схему. Значит, схему. Мы зарисуем схему. Вот этого, значит,
вот этой системы. Значит, что у нас? Возьмем, значит, редактор и в нем зарисуем схему. Итак. Это сим. Сим это не сим, это зарядник. Это я уже на этих симах помешался. Зарядник. Зарядник от, значит, для зарядки аккумуляторов электрических велосипедов. 72 вольта, 2 ампера. Зарядник показывает, есть заряд, то есть ток идет в батарейку, красный свет, вот здесь у меня лампочка. Ток не идет в батарейку, зеленый. Поэтому мы определяем. Дальше. А здесь у нас раз, два, три лампочки. Значит, у нас получается, если 3 на 40 подключить через этот зарядник, то они будут бестопливные, 0. А если еще сюда на 60, то есть это убрать, 40-ку, а сюда на 60, тоже 0. А если сюда сотку поставить, 100, есть потребление, то есть загорается красный. Поэтому надо, видите, вот эти зарядники расширить, параметры. Есть зарядники, где ставится, регулируется ручка, сим зарядники и так далее. Все это надо закупать. Чтобы у нас был, значит, такой объем запчастей, чтобы мы могли настроить все, абсолютно все. В данный момент этот объем ограничен из-за того, что нет запчастей. Благодарю за внимание. Всем удачи и стального железного здоровья.